29 апреля в актовом зале Измаильского сельхозтехникума собрались воины-афганцы. Встречу тайно организовал председатель ревизионной комиссии Союза ветеранов Афганистана полковник Илекчиев. Правда, Валентин Васильевич, не имевший на это никаких полномочий, но имевший большое желание заполучить кресло председателя, от которого отказался около 9 месяцев назад, сослался на первого заместителя председателя организации Сергея Шаповала. Сергей Павлович, который опоздал на встречу, или как ее назвали организаторы конференцию, от всего сказанного полковником тут же отказался, а в качестве подтверждения снял с себя и полномочия первого зама. В зале он остался, но так ни разу и не выступил, несмотря на провоцирующие призывы главного затейника мероприятия. Из почти 230 членов организации на встрече присутствовали лишь 32. Похоже, это были все, кого удалось привлечь на свою сторону рвущемуся к власти полковнику. Вошедший в зал в начале мероприятия действующий председатель ИСВА Александр Капаной отказался участвовать в процессе, объявив проводимую конференцию нелегитимной, поскольку принимать подобные решения вправе только собрание, на котором присутствует не менее 114 членов организации. Но настоящему руководителю не дали даже возможности выступить. Разошедшийся не на шутку полковник Илекчиев, выйдя за кафедру, объявил, что он есть и был председателем Союза ветеранов Афганистана, и от присутствующих лишь требуется подтвердить его полномочия, что и было сделано единогласно поднятием 30 рук. Как нам стало известно позже, действующий председатель Союза ветеранов Афганистана намерен видео и аудиоматериалы нелегитимного мероприятия направить к горрайону и областную прокуратуру. Снежана Стрепетова, веб-студия «Курьер».